Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Сейчас расскажу. Фух. Значит, почему я думал, что мафиознику часовому 11 лет? Открываем список донатов от мафиозника часового. Я мафиозник часовой, я мафиозник часовой, я мафиозник часовой, я мафиозник часовой, я мафиозник часовой. Извини, но я мафиозник часовой. О, привет, я мафиозник часовой. Я, кстати, мафиозник часовой. Я мафиозник, я мафиозник, я мафиозник. Новый флекс, это я, мафиозник часовой. Согласен, я мафиозник часовой. Я мафиозник часовой, я мафиозник часовой. Я мафиозник часовой. Ну и, короче, я мафиозник часовой, кстати. Вот. А потом мы с ним познакомились на сервере, когда я был жопером. В первом сезоне жопера. И он был идиотом, я не знаю, ну как можно быть таким тупым? Вспомните, когда мы пришли к мафиознику. Какой у него город, как он нас заселял. Я думал, ну ему, 11 лет, нормальный челик, 11 лет, нас заселил к себе в город. А потом оказывается, блядь, сколько тебе мафиозник часовой? Я не помню точно. Ну точно не 11. По-моему, совершенно случайно в два раза больше, чем 11. Кирилл, после стрима есть время побузырить? Ну смотря о чем, но я вообще не очень люблю разговаривать, да, после стримов. Я после стримов хочу лечь в камеру, я забыл, как называется, когда не чувствуешь себя вообще, типа, в теле. Вот. Я бы хотел просто попробовать, но мне кажется, это очень расслабляющая штука. 22 часового? Ну, блин, мне кажется, у нас, типа, короче, люди говорят, что у нас не очень справедливое порой отношение к игрокам. Но я за такое отношение. Как бы если игрок чем-то известен, да, и ты можешь предположить то, что, ну, какие у него были настоящие мотивы. Ну, вот, допустим, Герду разбанили за гриф. Это единственный человек, которого разбанили за взлом. А, нет, потом еще Софию Стар, по-моему, разбанили за взлом. Вот. Типа, никому мы бы не поверили, что тебя взломали, кроме если ты реально, игрок, с которым мы, прям общаемся. Вот, это как бы такой индивидуальный подход происходит. Потому что другого ты просто не знаешь, по-настоящему это произошло или нет. Вот, и колоритных людей тоже не банят. Гигила сколько банили, но банили на время. Банили на время. И часового, мне кажется, тоже, но он колоритный персонаж, типа, с ним СП, он становится вот именно сервером СП, потому что, хоть он и дебил, да, но такого дебила нету ни на каком другом сервере. Он харизматичный дебил, он не просто так всех бесит, он бесит с какой-то со своей изюминкой, понимаете? Вот таких, мне кажется, банить навсегда, но Брисона то банили, то не банили, я не знаю, это уже бесполезно. У меня есть предположение, то, что вот банишь Брисона, и он ему похер вообще. Потому что я предполагаю, что у Брисона 10 мультиаккаунтов, о которых даже он сам не знает. Ай, блядь! Брисон, сколько мультиаккаунтов? Меня 7 раз банили, кстати. А Майнмастера то, что хотели как забанить. Я аккаунт Брисона. А, да? У нас есть... А, так возвращаясь к вопросу о том, что... типа забанили челика на СП мини, а он зашел на СП. Как вы к этому относитесь? Мы изначально хотели сделать общую систему банов. Так причем еще? Мы хотели ее ужесточить. Знаете как? Значит, ситуевина такая. Допустим, на сервере дяди Вани банится человек... И этот ник попадает и к нам в бан-лист. Понимаете? Типа, я бы вообще бы там, планировал соединение серверов сделать. Даже с теми серверами, с которыми бы и не очень бы хотел общаться. Да? Но я бы сделал общий бан-лист для того, чтобы читеры и гриферы, сосали Big Cock, да? Big Black Cock.
Но потом оказалось то, что, во-первых, эта идея провальная, потому что законы на одном сервере могут отличаться от законов на другом сервере, да? Вот, допустим, у нас забанили за АФК-рыбалку, а на другом сервере АФК-рыбалка, ну, не очень-то запрещена, да? Вот и все. И человек в банлисте. Вот. Так что эта идея была убрана. Потом... Что еще была за идея? Была идейка отборов, чтобы была конфа, и админы, ну, которые в коллегии бабанов, читеров и пидеров состояли, да, админы бы писали: «Привет, такого-то, такого-то сегодня забанили за такое-то, за такое-то. Хотите, внесите в бан». Вот. Потом было хотя бы предположение, что если тебя забанили на одном из серверов, типа SP, SP Mini, там, и так далее, то ты банишься на вечность. Чтобы вы думали, хотелось бы, конечно, что да, но человек просто создает, типа, альтернативную версию ВКонтакте, покупает себе аккаунт на Glerken Shop за 100 рублей, да, и все. Что дальше? Это невозможно отследить. У нас сейчас, ну, Гена мне вчера рассказал то, что играет два забаненных человека. Два человека, которых я бы, ну, не хотел бы никогда видеть их разбан. Вот. И сейчас, ну, у нас с Геной стоит обсуждение. Этих людей постоянно хотят разбанить, хотя они и так разбанены и играют. Видимо, так и не палятся. Но и Гена уже спалил обоих. Их забанили за то, что они обсуждали гриф. Вот. Они сидят, может быть, даже сейчас это слышат, а может быть, сейчас на сервере сидят. Их ники я не знаю, но мне Гена сказал то, что они играют. Вот. Вот и что? Ну, а нет, Гусика самому не разбанили. Хотя, может быть, он очень хорошо прячется. Его, так сказать, соучастников. По-моему, Ротик и, по-моему, еще кто-то. Я не помню, кто еще. Ротик и еще кто-то играют. Забыл второго никнейма. Ну, тоже довольно такой обсуждаемый игрок был. Все равно играют. Но при этом, если они играют уже, допустим, несколько месяцев, да, и ничего не загрифили, ну, может быть, уже что-то и изменилось? Да, все, я тогда у тебя завтрашнего дня буду просить, у меня сейчас есть. Он там что-то писал, ну, такой идиот, ну, Гусик реально идиот. Тебя уже почти год назад забанили, до сих пор пишет то, что типа, ебать, СП, хуйня, меня там забанили, блядь, ну... О, дуроу, брат. Ебанумба, это очень дешево. Смотри. Куда втопил, брат? Ты что делаешь? Ты что, дурак? Ты что с тобой? Эй, Барри Аллен! Барри Аллен! Самый быстрый человек на земле, это вы? Смотри. Блять. Смотри. Блять. Тьфу, блять, да уйди ты нахер, ишачка. Тьфу, блять. Блять. Тьфу, блять. Тьфу, блять. А ты хочешь купить? А ты уверен? Оно нам надо вообще? Ты хочешь купить, правда? Спиннер! Фиджит спиннер, фиджит спиннер! Так. Дуру, брат. Капец. Ну, купил 5 штук. Капец, синий лед за 6 можно купить. Ферму песка из него можно... Блять! Не трогай. Спиннер. Давай ему кого-то... Давай его продадим кому-то. Давай продадим. Вот эта лама, кстати, ее надо попробовать приручить. Это же очень дорогой ресурс. Ты знал? Реально. Прошу прощения. Сейчас я его ёбну. Я его ёбну сейчас. Еее. Реально, ачивка разбойник. Убейте странствующего торговца, используя арбалет. Ебой! Бум-бум! Видали мой арбалет? Мой длинный синий арбалет. Брисон, блядь. Брисон, сука.
Брисон, бля! Убирай теперь это все, мудак! Убирай это все, урод, блядь! Руками своими, блядь, убирай! Без лопаты! Убирай, блядь, это все, урод! Сука, Брисон! Сейчас, дай его, я ему прострелю очко. Гупи, не убирай за него! Стоять, блядь! Не двигайся, вообще замри. Сейчас Брисона надо заставить. Убирай. Убирай. Убирай, сука! Убирай, козлина! Блин, откидывание, ненавижу. Убирай давай руками своими. А. Иди убирай. Ах ты. Да, фу, блядь. Меня за что? Брисона бей. Да подожди ты, Брисон, блядь!